И в продолжение темы финансов. Благодаря грантам и краевым программам Канск в этом году уже получил 156 миллионов дополнительных средств. Деньги пойдут на культуру, образование, решение социальных и коммунальных проблем. Так, 44 миллиона выделено на реконструкцию объектов питьевого водоснабжения на улице Идемана. Около 7 миллионов пойдет на переселение семей из ветхого и аварийного жилья. Часть средств поступит на поддержку малого и среднего бизнеса. Помимо этого, местные власти планируют попасть в программы по развитию культурных и спортивных объектов, а также медицинских учреждений. В интервью нашему телеканалу Нина Кандач, заместитель главы Канска по экономике и финансам, рассказала о приоритетных направлениях работы администрации. Да, у нас на сегодняшний день недостаточно спортивных сооружений, поэтому мы бесконечно обращаемся, что нам нужно те стадионы, которые сегодня есть, их нужно привести в надлежащее состояние. Мы обращаемся и говорим, что нам нужны ледовые дворцы. Слава Богу, этот вопрос решен. Андрей Михайлович ездил в последнее время, вот, значит, нас включили, мы получим средства на это, и уже начиная с этого года будем работать. Нам недостаточно спортивных сооружений, у нас есть с вами текстильчик, который нужно было бы привезти. Слава Богу, мы отторговали. Спортивная дорожка, которую мы долго хотели, и чтобы можно было сдавать ГТО, мы ее отторговали, нам ее сделают, она будет соответствовать норме. Но у нас есть и с вами и Спартак, который нужно доделать. Мы делали, но не доделали, то есть у нас нет там, значит, чтобы можно было переодеться. Мы говорим о том, что у нас сегодня, значит, мероприятие проходит, у нас много с вами танцевальных всяких коллективов. И вы знаете, что ДК у нас переполнен, у нас времени свободного там нет. И мы говорим, что да, надо было бы дополнительное. Вроде бы краевые учреждения, это все, что связано со здравоохранением. Но тем не менее, мы же город, мы же живем здесь. И мы пишем письма и обращения в правительство Красноярского края. Главой они бесконечно вот сейчас, значит, направляются о том, что поликлинику нужно новую построить, морг нужно построить. Нам сегодня нужно, вот поликлиника, которая находится на Урицкого, там много лет мы говорим о том, что да, действительно, там нужен построить лифт, что, значит, лестницы очень крутые подниматься. Мы эти вопросы освещаем и говорим, да, на это нужны дополнительные средства. Но есть сегодня программный бюджет. Он у нас и в крае. И когда программа делается краевая, есть определенные подпрограммы. И мы пытаемся, вот как вот здесь есть, где возможно, мы туда пытаемся вклинить. Но мы и говорим о проблемах, которые сегодня существуют. Мы говорим, да, это краевые учреждения, и этим краевым учреждениям, находящимся у нас на территории, надо сделать то-то, то-то, то-то. То есть мы в правительство озвучим эти вопросы. И мы говорим, что да, у нас сегодня надо благоустроительными работами заниматься. Но дали нам 30 миллионов этих средств на ремонт дорог. Но этого же недостаточно. Город, он должен быть не просто, что дороги проезжая часть, а тротуары, которые сегодня есть, а велодорожки, которые сегодня есть, то, что население сегодня говорим о здоровом образе жизни, они точно так же должны быть у нас. Поэтому мы, когда обращаемся к нашим налогоплательщикам и говорим о том, что да, мы работаем параллельно с Красноярским краем, с правительством Красноярского края, мы делаем. Но мы говорим о добросовестности наших налогоплательщиков, начиная от каждого из нас. То есть мы же тоже являемся налогоплательщиками. Сейчас налог на имущество физических лиц. У нас у кого-то есть дача или гараж. Мы говорим, отдайте 3 копейки сюда. Они поступят в бюджет, а мы их вернем вам. В виде чего? В виде тех вопросов, которых вот я озвучивала. Они поступят, и мы их на благо пустим города.